Спустя пару дней я продолжаю играть модификацию под названием «Аномалица сборка Redux». Простите, что так давно не было ролика, во всем виновата сессия, а точнее зачетная неделя. Надеюсь, вы меня понимаете и не обижаетесь. Не забудь про лайк, а также про подписку на канал с колокольчиком. Я желаю тебе приятного аппетита и просмотра. Если ты тут впервые, то посмотри сначала, и я начинаю. Всегда мечтал поиграть в игру о России, онлайн и с открытым миром, огромным автопарком, тюнингом и копией реально существующих городов? Тогда тебе в NextRP. Здесь тебе ждет автопарк из более чем 130 автомобилей, как отечественных, так и иномарок. Еще здесь есть уникальная система прокачки оружия. Ты можешь добавить к своей пухе любой прицел, глушитель, магазин или рукоять. К тому же в игре есть множество развлечений: казино, рыбалка, охота, бойцовские поединки, гонки и ролеплей. Скачивай по ссылке в описании и начинай играть прямо сейчас. Ну что, друзья, всем большой привет, с вами Голдман, и я продолжаю играть модификацию под названием «Аномалица сборка Redux». Не было ролика в целых 3 дня, и я уже довольно-таки сильно отвык от этого. В общем, опять же таки, была у меня такая уважительная причина, но главное, что я отдохнул от всего этого процесса, и теперь с новыми силами пообещаю вам записывать ролики ежедневно. Итак, собственно, чем мы сегодня займемся? Это наш хабар, я понял, да. Мы сегодня будем, значит, продвигаться вдоль кордона, будем пробираться и зарабатывать себе на какую-либо жизнь. Так, извлекаем магазин, у нас все заряжено, правильно? Правильно, да, я помню, что у нас все вроде как заряжено. Я механики также помню, помню, как улетел в космос в предыдущей серии. Так что, если вы ее не осмотрели, то обязательно это сделайте. И сейчас мы будем двигаться в сторону Сидоровича. Мне еще у вас одну вещь сказали, что здесь для противогаза нужны фильтры. Я правильно понимаю? Или нет? Или что? Или да? Пошли-ка посмотрим в продаже. Если это так, то понятно, почему мой противогаз толком меня даже не защищал, в случае чего. Так, как они вообще должны выглядеть, а? Вопрос, интересный вопрос. Фильтры, фильтры, фильтры. Не знаю, я не вижу никаких фильтров. Пожалуйста, об этом подскажите подробнее. Просто кто-то написал то, что может быть у тебя противогаз без фильтров. Из-за этого он тебя херово защищает. Так, это печка какая-то. Вполне возможно, что у тебя их вообще нету. Я не знаю, ребят, реально, прикиньте, меня все это время противогаз, фильтр должен был использовать, и я вот так вот бегаю с ним. Просто мучу главного героя. Вообще, подожди. Так, набор до батареи. Да нет никаких фильтров, я не вижу, во всяком случае. Может быть, не у тебя стоит его покупать. 7000 стоит налобный фонарик. Кстати, надо купить обязательно, я думаю, потому что без него... С ним будет, точнее, полегче, наоборот. О, вот же он. Все, отлично. Я сейчас вернусь, короче, в бар для одной цели единственной. Это сдать задание от этого... О, да тут даже нет нового задания, ты посмотри. Точнее, 2 задания. Ну, короче, я вернусь сюда, сдам квест и вернусь обратно на кордон. Вот так я сделаю, потому что там такой квест, что неизвестно, что вообще нужно этим сталкерам. О, классно, я прибыл прям. Такую погодку не очень хорошую. Погоди, кому я должен тут задание? Кому-то из вас же, правильно? Я же Нет, подожди, кому-то. Вот тебе, да, должен по-любому? Нет. Тебе? Нет. Тебе? Да, выполнил задание, подготовка к рейду. Сигареты Lucky Strike я тебе должен был. Че за приколы какие-то? 750 рублей? Ай, чел, ты че издеваешься, что ли? Короче, ну нафиг этих неписи с этими сигаретами Lucky Strike. Сейчас сигареты, они меня сбили с мысли. Я думал, что это что-то очень важное. Так, а сигареты Lucky Strike, сука, что? Ладно, 700 рублей заработали, честно заработали. Сейчас еще квест дадим Петренычу, и после этого вернемся на кордон. Здравствуйте всем, здравствуйте, да, давно не видел я вас. Клин клином вышибает, это че? А вот это, по-моему, кстати, курьер куда-то надо отнести. По-моему, на янтарь, да, курьер? Ладно, попозже это сделаем. Сейчас также глянем у Петренко насчет этих фильтров. Может быть, действительно у него есть фильтры. 10 в... Вот это хорошо, вот это прям здорово. Так, наемники, рокимеры найду, наемников завалю. А еще работа... Работы больше нету, ля, вот это хорошо, сейчас пышу, прям вообще здорово. Так, сигаретки отдаем, копыта кабана. Ну я, наверное, сейчас быстренько сложу, или что, ладно, не буду сейчас с собой это хранить. Черт с тобой, давай тебе отдадим, пофигу как-то. Так, а-ля-ля-ля-ля-ля, в принципе, палочку-вручалочку можно одну сдать, плюс денежки. Итак, что по поводу фильтров? Есть у него, кстати, вот такой вот охотничий рюкзак. Мне он не нужен будет, скорее всего. И как вообще фильтры эти должны выглядеть? Я без понятия, сумка для палатки, не надо нам сумка для палатки. Упаковка болтов, дымовая граната. Не, ну я не знаю, то ли я дурак, то ли вы меня путать начали с этими фильтрами. Что их тут нет, никаких этих фильтров. Вот дробовик вот такой можем себе взять, кстати. Ну давай, хотя я хотел, помните, в предыдущей серии накопить себе на... блин, сейчас могу также калаш починить. Давайте-ка, нет, давай все равно, сейчас я на кордоне буду шляться, ничего брать не буду. Ну, просто возьму, побегу с этим сражением на кордоне, на болотах. Там, в принципе, от этого всего не надо. Там проще живется в этом плане. А уже потом, когда вернусь в бар, я уже приобрету себе и дробовик, и костюм починю. В общем, все сделаю. Здравствуйте, я снова здесь, я снова с вами. Мы, кстати,
не хотим кушать, это хорошо. А где ее? А вот я, да. Что-то маленькая меня игра запутала. Ладно, все, бежим теперь к Сидоровичу, в деревеньку. Будем исследовать, будем выживать, фармиться и делать все-все-все хорошее. Так, я, кстати, маленько, наверное, пить хочу. Давай-ка лучше кофеинчик сейчас бахнем, чтобы нам проще жилось. Так, там плотейка, что ли, у нас? Она мертвая либо просто спит, интересно? По-моему, просто спит. Нет, она мертвая, глянь. Ха. Прикольно. Но пить есть мы не хотим, но вроде не сильно, поэтому пока... Нет, она живая была все это время, да? Но в предыдущей серии, кстати, я нашел... В предыдущей серии нашел комбез, напомню. И починить его стоит 190 тысяч рублей, по-моему, или 170, поэтому сейчас любая копейка будет на счету. И то, что нам дали сейчас награду 18 косарей суммарно, это вообще здорово. Это мы оставим такие деньги. Ну, потому что костюм, считай, будет с самого начала. У нас хороший, там сева долговская, можно сказать. И такого мы пока нигде больше не найдем. Вот тут радиация, что ли? Так, забираем. Что про радиации? Радиация, ну-ка, смотри. Забочит ли наш противогаз эту радейку? Забочил, смотри. Нет, дело-то оказывается все-таки... Да-да-да, все работает, пацаны, все работает. Фильтры нужны. Наш противогаз радиацию-то задоджил. Это хорошо. Так вот, единственное, что пить, давайте, наверное, попьем воды, чтобы эта радейка уходила потихоньку. Ну, в принципе, наш водно-солевой баланс пополним, так скажем. Да, он пополнился, отлично. Тайники. Нам нужны тайники, нам надо больше тайников. ППШ. Извлекаем магазин. Я не знаю, мне кажется, нет смысла его брать сейчас. Я вот разрежу. Нет, ты так будешь до 200 лет. Давай тогда будем... Или подождать, ладно. Ладно, давай подождем. Сидорычу продадим. Там, кстати, какие-то неписи что-то говорят, по-моему. Вполне себе, может быть, это бандиты, кстати. Здесь на них нет квестов, мы сейчас просто их завалим. Я надеюсь, что мы их, в принципе, просто завалим сейчас. Если это они, да? Неизвестный бандит, кстати. Причем вряд ли он один здесь. Или один. Это что, Флинт? Писни в хуй! Сейчас тебе пиздец придет! Понял, что я говорю тебе. Кто ты такой? Петруха Босяк, как Валериан выглядит, кстати, очень похож на него, во всяком случае. Я сейчас я буду забирать, и к тому же здесь вот такой вот неплохой дробовик, который можно, в принципе, забрать. Че, по радиации? У нас тут как будто бы есть, а как будто и тут нет. Так, погоди. Отсоединить прицел, допустим, вот туда подойдет. Уху, нормально. Живем-живем. Так, тогда мне от этого смысла нет, от этого дробовика. Хотя он перезаряжается без использования магазина. Так, ладно, давай складываем тогда. Все, у тебя забираем, пригодится. Так, гильза, магазины. Нам это пригодится, потому что Сидорыч берет все, по-моему. Так, давай извлечь магазин сюда. Все, продается все более-менее хорошо. Итак, давайте-ка раздражаем, тогда смотрим. Что, сменить калибр как-то можно? Раздрите магазин. Не, зачем нам это делать? Я сейчас хочу это просто продать. Мне пока этого смысла нет, у меня все равно калаша нет, у меня на базе имеется. Я могу играть на гармошке, кстати. Я крутой. Тут, что ли, патрон один есть, все. Так, что у нас будет тут? Вообще, в принципе, можем бегать вот так уже, по идее. Мы все-таки уже опытный сталкер, в конце концов. Ну, почти. Но как-то с палочки поатмосфернее будет. Плюс ко всему, батарейки не бесконечные, к сожалению. А, тут еще что, радиация, да? Сильная радиация. Но у меня перегруз, между прочим. У меня перегруз, и я предлагаю тогда, допустим, мешки поскидывать. Хотя, не знаю. Ну, магазин давайте лучше поскидываем. Мне что-то подсказывает, что вот они-то ничего весят-то и не будут как раз-таки. Точнее, не весить, а стоить. Так, давай разрядить. Ух ты, даже нормальные патроны дропаются с них иногда. Понял, держи в курсе. Так, ладно, для клаша у меня, если что, есть патроны. Гитара сколько килограмм весит? Мешок один можем собрать даже. Все отлично. А кто у нас будет вот здесь, мне интересно знать. Ну, слушай, прицел для без этого нашего оружия мы нашли. Конечно, немного не вовремя, потому что скоро я буду менять его, но лучше поздно, чем никогда. Так, здесь у нас пусто, и тайник, к сожалению, тоже пустой. Блин, че ж ты выдыхаешься? На себе попей воды тогда, не знаю. Энергетика, точнее. Жестрее будешь носиться, надеюсь. Побежали. Вроде как ноги и руки целы, но тут общий вес, видишь, опять же, из-за него проблемы. Так, по поводу навыков, кстати. По поводу навыков, почти сила у нас 4 уровень уже есть, но вот эти вот как-то мародерства не качаются. Очень медленно не качаются, но это пока, потому что я всех передряг избегаю. По мне никто особо не попадает, если попадает, то очень фатально, и, собственно, приходится перезагружаться сразу же на месте. Я думаю, что в будущем эти навыки также вкачаются, и все будет в этом плане окей. Так, что тут у нас? Пусто, да что ж такое-то? АТП. Мы на АТП. Я предполагаю, то, что здесь имеются бандиты, они должны тут по-любому находиться, потому что место очень приметное, скажем так. Ну-ка. Минус один. Что ты сделал сейчас? Сейвимся обязательно. Одна пойма у меня еще... Нет, не понял. Минус один. Минус два. Еще вот здесь вот последний. Третий сюда же. Не, ну вы, конечно, бомжи. Ой, куда ты?
Так, извлекаем магазин тогда. Блин, надо лишь... У нас магазинов... Так, давай заряжаем тогда обратно. И еще вот это тоже сюда. А почему он из разгрузки ушел? Опять же таки, как только магазин кончился, сразу из разгрузки, да, решил уйти? Нечестно это, непонятно, почему так? Ну ладно, перезаряжаем. Главное, что у нас есть кого выскочить. Блин, только вот я, наверное, вас срано убил, в плане того, что сейчас я ценю тащу, хотя... Хлебушек, патрончики утащить возможно, я думаю. Ну что тут, допустим, вот этого давайте, гитару давайте скинем. Уже маленько попроще ходить будет, потому что нашивки все-таки, мне кажется, поважнее будут, да? Калашников у него был. Так, извлекаем магазин, разряжаем давайте. Ну и магазин с калашом, пожалуй, мы, наверное, кладываем сюда. Нашивки забираем, бинты, еда, все это пригодится мне очень сильно. От радейки давайте лопату брать уж не стану. О, опять перегруз, да господи, лист брезента. Все, можем идти более-менее. Но опять же, тут еще дофига трупов, вот, допустим, еще один из них. У него был какой-то тос. Ну, дробь была. Ладно, подойдет деньги. Дробь, дробь. Подойдет, ладно. Но мы хотя бы бегаем сейчас нормально. Ладно, хорошо что-то выкинуть, пришлось что-то взять, но главное, что у нас имеется сейчас уже почти 60 тысяч, это уже неплохо, если честно. Так, аптечка, да? Ну, таблетки кофеина тоже пригодятся. Тут же такие патроны убитые находим. А тут у нас даже ящиков нет, представляешь? О, опять перегруз. Ай, кофеин, где? Надо кофеин, наверное, в быстрый слот поставить. У нас их довольно-таки много, этих таблеток. Я их довольно-таки часто использую, к тому же. Но не сильно это помогает. Допустим, я выкину шприц. На что еще? Патроны можешь какие-то скинуть? Дротик? Нет, дротик, наверное, скидывать не стану. Но вот такие патроны выкину. А, ну что, вот эти вот всякие, вот эти вот выкину. Вот это выкину. 35 килограмм. Да господи, что еще выкинуть? А вот, все. Вот это вот минус, все нормально. Поэтому я говорю, что рано их убил. Ну, типа, я бы сейчас пошел бы к Сидоровичу, выложился, и бы после этого это, ну, сходил бы статус, всех завалил. Но решил сэкономить время, что ли. Тем временем я в деревне новичков добрался, наконец-таки, до сюда. Уже поздно. Хочу есть, хочу пить, маленько потрудятся я, но это не страшно. Тайник пустой, пора отправиться к Сидоровичу. О, кстати, вот почему у меня были проблемы с весом, потому что у меня тут дробовик откуда-то затесался, какой-то рандомный. Ну ладно, сейчас тогда его выкладываю и все. Так, побычили неплохо. Нам бы что-то от радиации как-то, не знаю, избавиться от нее. Допустим, попьем водяры, помянем жмуров свеженьких, как говорится. Ля, ну конечно... Графони здесь красивый. Так, по поводу навыков. Все, он скачается, все хорошо. Потихоньку, потихоньку. Ветер становится сильнее. Будь осторожен, сейчас спать пойду скоро. Ты что, издеваешься? Работа. Дневной гуманоид сделаю, больше квестов ты почему-то не даешь. Дал нам также напарников, но ждите меня, пожалуй, здесь. Я пойду посплю, после этого мы только продолжим. Сидорович, там какая-то музыка играет, но музыка это вполне себе адекватная и не стукается авторским правом. Так, ну что, забирай все это дело, мне это не надо, я же тебе это тащил не просто так, правильно? Так, это что такое? 9-19 патронов. Куда мне их столько? Костюки. Хотя подожди-ка, это продаем, конечно, но работа. Армейские склады сделаю. Так, вернуть товар Сидорович, дикая территория. Сделаю нашивка бандитов, сделаю. А сколько всего у меня нашивок? Блин, издеваешься что ли? Мне не хватает одной нашивки всего лишь. Да, приколы какие-то, приколы. Прикол ТСа, так, это деть же, квау, патроны продаем. Так, болтики давайте, гильзы всякие. Вот это давай отдадим, вот это. Ну, 500 рублей, но веса при этом много дает нам это все. Части тел, хлеб у нас много, нашивки наемников. Это все надо по-хорошему бы выложить, но... Ладно. Так, плюс 3000. Неплохо относительно, да? А еще работа имеется, работы больше никакой нету. Ну и в принципе все, больше я продавать тебе, наверное, ничего не стану. Так, снотворный нам, наверное, в таком количестве надо будет. 65 тысяч, есть у него СКС, но брать я его не хочу. Бинокль, нож. Нет, мужик, давай, я пойду спать, короче. Буду копить на... Починку костюма своего. А тут же есть спальное место, по идее, да? Должно же быть по-любому. Как вы тут иначе спите-то? Да, вот же оно. А, кстати, первая вылазка. Ну, надеюсь, то, что за ночь у нас это. Квест сам собой выполнится. Это довольно-таки частое явление в аномале. Че по радиации? 381, я же водку выпил, что? Она так мало радиации выводит. Надо, наверное, пойти к Сидоровичу. Ну, допустим, я сейчас воду попью вот такую. Как часто у меня будет выводиться радиация? Ну, в смысле, с какой постоянностью? 76. А че так мало-то, алё? Она вообще ничего, она там засела, это радиация, вот и все. Нет, давай тогда вот этот антирад купим, наверное. Я просто буду спать, вдруг меня радиация убьет. Хотя такая радиация убивает не должна, по идее, но кто же его, блин, знает. Так, торговля. От радиации что тут, что у тебя тут есть? Это радиопротектор. Цистамин.
Вот, антирад 2000 стоит. Ну, короче, я возьму. Если я умру, я потом перезагружусь и использую. Если я не умру, то не умру. Типа, да, просто антирадик лишним точно не будет. Кстати, у меня уже потихонечку куда садится. Надо зарядить его. А это ты никак не зарядишь, да? Ну да. Ну что, спим до 8 утра, тогда поехали. Проснулся ровно через 4 часа. Чел, зачем ты это сделал? Так, снотворный, давай сразу. Хотя мне кажется, ты мог бы поспать. И так много времени прошло. Давай, до 8 утра спи. 5:23, ты издеваешься? Давай еще спи. Да что-то наш главный герой не хочет спать. Я не знаю, на что-то влияет это или нет. Через 2 часа проснулся. Ну, 7:24 уже нормально, ладно. Так, попей воды тогда. Поешь, и сейчас будем выдвигаться в зону. К сожалению, квест не выполнился, это плохо. Но что поделать. Так, старый хлеб. На, нормально хлеб поешь. Че я тебя буду старым-то кормить? Ну, у вас тут нет ничего? Фанат, кстати, здорово, да. Сейчас еще, может, с тобой поговорим насчет задания, работы. Батарейка, артефакт, это понятно. Разведу тебе местность тогда, батарейку найду, может быть, и все. Больше квестов не дает. По поводу... репутация, давайте посмотрим, что у нас там по репутации, потихонечку качается. Ученый 42, долг, одиночки. Ну, качается и ладно. А, сюда, серьезно? А это здесь, да ну? Да ну! Ладно. Следуй за мной, короче. Сейчас будем выдвигаться в зону. Так, погоди. Извлекаем магазин. Все заряжено, да? Все заряжено, все здесь, у меня на месте. Идут за мной. Так, идут, нифига себе, вы мужики. А вы не такие, это, овощи, как я мог подумать. Ну, мы идем, конечно, за такими доградами, очень маленькими, скорее всего. Хотя, может быть, 5-6 нам даст волк за квест. Но все-таки основная цель это обыскать тут местный кордон по-нормальному. А то я этим не занимался толком. Потому что был на перегрузе и устал, да. Так, тут у нас пусто, здесь у нас пусто, к сожалению. Пусто бы дал квест, вот здесь зомби завалить. Я был бы рад, если честно. Так, тут везде аномалии, мы тут не пойдем. Фин, давайте-ка жахнем с утра, чтобы маленько попроще жилось нам в этом плане. А тут что-нибудь будет? А не знаю, надо посмотреть. Да ты заколебал, ты что так устал-то, родной, а? Я ж понимаю, что тебя мучу очень сильно. Вроде спал ты у меня вон сколько там, 7 часов, даже 8, наверное. Вроде как не должен уставать, только не знаю, что это такое, вот это что значит? Это вот индикатор нашей сонливости, он не полный почему-то, я не знаю, мы же спали долго. Видимо, надо еще днем спать хотя бы часика 2, чтобы он у нас это... не убавлялся сильно. Мне вот интересно, сейчас будут эти враги или нет? Типа не должны, мы же тут всех завалили уже. А может и будут. Черт его знает. Нет, смотри. Твою медь. Я испугался, если честно, но... это у нас был импульс. Электрическая аномалия местная такая. А, так трупы исчезли, смотри. Не все, конечно, но опытный бандит. О, классно. Мужики, если хотите пушку, возьмите. О, урон в ближнем бою повышен, красим вес повышен. А что, спасибо, звучит. Кстати, у меня 86% уже ствол, надо было починить по-хорошему, пока не поздно. А, нашивка, давай вот так сделаю, почему нет? Две анимации просто, я не понял, ну ладно, видимо анимация. А вот они пошли, анимации, и звуки пошли. А тут что-нибудь будет у нас? Будет. Снотворное. Блин, сколько этого снотворного у меня уже? С ума сойти. Опачки. Тайничок, но он пустой, увы. Так, что за мутанты у нас будут, интересно мне еще. Я же, по идее, квеста выполнил насчет... А, погоди, первое вы... Что происходит, почему? По кому вы стреляете? Я не понимаю, ну слушай, вот это очень красиво смотрится. Я со своими друзьями, прям друзьяхами, иду воевать, резню устраивать. Пошли. Но я не понял, а что у нас фанатом? У нас квест выполнился, чикак, либо это... А, так это есть разведка местности. Еще вот здесь, да ты издеваешься? Мы что только что были, там уже все разведывал. Ой, ты куда, родная, побежала. Но я тут вроде все обыскивал, поэтому мне тут вообще делать нечего по факту. Единственное то, что я там не лазил на чердак, но мне... мне кажется, это не очень надо. И что это зомби, только зомбями ограничимся, причем от стрики зомби, ёб твою мать. Такие простые зомби, как кажутся, причем там кабан бежит, между прочим. Так, ладно, я пока займусь вот этим вот мутантом. Ой-ой. Промахнулся, бывает. Минус. Так, ладно, пока тут никого нет, пока там не стреляются обычным, пожалуй. Куда пропал этот худ? Подожди, может я что-то не то нажал? Ну это не то. Это зиметра почему-то. Ты что, пить хочешь или... А, он походу спать хочет, но надо будет потом еще поспать, видимо. Так, ты что, добил, нет его? Все. Первая вылазка. Плюс квест. И я не знаю, почему это первая вылазка у вас. На это, мягко скажем, не похоже, но ладно. Не суть важно. Так, что у тебя будет платейка? Давай показывай. Нам бы охотнику это дело сдавать. Ну ладно, Сидорычу будем отдавать, потому что вес не хочет сохранить вообще. Вот шкуру дай, кабан, а. Я уже эту шкуру заманался искать. И нет, шкуры не будет. Жаль, очень жаль. Так. Пошли тогда сейчас до элеватора, а потом, надеюсь, уже обратно в деревню новичков, куда еще? О, да.
Пока я доходил до деревни, пошел ливень. Но, в принципе, это не сильно и важно. Я квесты, главное, выполнил. 800 рублей свои заслуженные получаю с тебя. Больше квестов не дает. Так, тут что-то челики начали под вам расходиться. Мне это не очень нравится. Ну, а так, работа. Набор для заточки. Нет, не интересно. Сейчас надеюсь, то, что ты нам дашь какую-нибудь хорошую награду. 5500, ну... Такое. Неплохо, но и нехорошо. Если бы этот квест сам собой выполнился, было бы лучше. Так, сейчас, значит, себе еще отдадим часть мутантов. Получим с этого еще какие-то копейки, конечно, но все же. Ну на, возьми, 700 рублей получаем. Так, ну какой костюм уже можешь себе взять, а? Комбез Заря вот есть. Я хочу накопиться, я все-таки еще 100 тысяч, но это будет сделать сложно. Ну или хотя бы калаш вычинить, я не знаю, потом, в следующей серии там когда-нибудь. Но пока нет, пока мы на кордоне, на болотах, не суть важно, что мы вообще себе представляем, типа, и что у нас в руках. Ну типа, тут безопаснее, откровенно говоря. А накопить еще 100 тысяч каким-то образом. И после этого починить наконец-таки себе комбез. Это было бы неплохо. Это было бы офигенно. Но не рано ли? Типа, можешь как сделать? Можно себе, в принципе, еще денег подзаработать, купить себе калашников какой-нибудь. Да, ничего не купить, а в принципе прокачать. Ой, мы пить хотим сильно. Почему? Ладно, попей. Починить себе калашников в инвентаре. Ну, дробаш уж ладно, пока пусть такой побудет. И купить себе костюм с рюкзаком. Тоже можно. Но с другой стороны, там лежит такая сева хорошая, что, блин, ее в продаже еще долго и появляться не будет ни у кого. И вот дилемма возникает, чем мне как быть в итоге. Но я все-таки хочу накопить, потому что, ну, 100 тысяч накопить здесь, ну, это, ну, серия. Ну, нет, ладно, это не серия, конечно. Ты понимаешь, в зависимости еще от удачи, можешь попереть очень сильно. Ты найдешь себе там всякие инструменты для калибровки, да, там, для тонкой, для грубой работы. В одной серии, это уже там 1040 плюс-минус, да, с одного набора. В зависимости от дропа тайников, хотя мы сейчас на нижних локациях, тут, мне кажется, и насчет наград все не так хорошо будет. Ну, посмотрим, ладно, как оно там будет. Сейчас мы отправляемся, кстати, еще у нас военные в нейтралах. Можно после болота отправиться на агропром и там еще фармить. Итак, хоть я и в дождик, но вполне себе неплохую погоду, прибывая на болото. Есть ли здесь кто или нет? Долговцы, что ли? Нифига себе, долговцы, вы что тут забыли? Ты че такой злой-то, дядя? Ладно, я ствол-то уберу, конечно. Ты че, куда? Вот, походу, приметили, а я его застопил, да? Ладно, я, наверное, не буду этой херней маяться, я пока обыщу тут тайники местные. А их тут довольно-таки много, но вот они пустые почему-то все. Колода игральных карт, покрывало, но это же хлам, это вообще нам не надо. Мы так 100 тысяч не накопим никогда. Надо либо в натуре пойти себе уже в бар, взять калашников, я хер знает, починить его, у меня деньги на это есть. Купить себе патроны. Нам надо все равно еще денег, чтобы это костюм себе хотя бы какой-нибудь купить. Типа ту же самую Зарю более-менее хорошую. Так, тут у нас тоже монетки всякие. Тут что? Ничего. А жаль, так, кофеин давай. До конца будем его сейчас использовать. Но на ботах есть смысл пошляться, это значит, тут довольно много нормальных квестов может быть, это 100%. Так, а тут тайник, как его обыскать-то? Я зря, наверное, это сейчас сделаю, но... Но и ради чего? Ради радиации, да, лютый, который сейчас схватил? А, боже. Ладно, она не сильная, поэтому пофиг. Так, а тут у нас кто-нибудь будет? Старая церковь, интересно. Ну, бляха. Сейчас совсем, да, с тайниками пока не везет. Мы очень сильно почему-то устали. Противогаз, если сниму, допустим, у нас вроде как выносливость маленько пошустрее восстанавливается и не так быстро тратится. Хотя это не точно. Но опять же. Опа, эколог. А, ну я понял, что это за квест такой. Не, объяснять это не надо. О, хорошо, патроны. Ой, бой, пригодится. Очищенная вода. Здорово. Так, ну вот я с тобой пока разговаривать не буду, потому что у меня нет никакого детектора. Блин, надо копить 100 тысяч, ну я тебе отвечаю. Ну типа, ну да, долго, да, ну муторно где-то. Надо еще 100 тысяч копить. Не вычинивать этот комбез. Ну, короче, ладно, давай еще пару серий побегаем. Ну, то есть мы сейчас... Наверное, первые 10 серий, то чисто мы будем обживаться, что-то шляться где-то, да, что-то выполнять. Пока, да, а потом уже какой-то смысл от моих всех похождений будет, но все-таки игра на максимальной сложности, на максимальной экономике. И с радиацией, со всей этой херней, это сложно играть. Думаю, вы понимаете. Какая там уже серия? Пятая, шестая? Ну, типа, мы еще толком ничего не сделали, но хотя как. Мы исследуем зону на наличие чего-либо интересного, и рано или поздно нас она на это, нас на, за это вознаградит, допустим, как сейчас что-то находим. Хотя такие себе вещи, скажу честно, типа, их только на продажу, их только на продажу. Хотя там колбасу я видел, тоже неплохо. Так, кофеин давай еще, раз нашли кофеин, давай кофеин. Ой, мы неужели за кофеина такой побочный эффект? Почему у нас в глазах плывет? Пить хотим? Это из-за этого думаешь? Ну, возможно, кстати, но это маловероятно. Хотя кто его знает? Блин, неужели это реально за кофеином мы пить хотим? Да не, видимо, да, так и есть.
Что, тут радиация какая-то, что ли? Это где такую радиацию-то хапнул сейчас? Это что такое? А тут только антирадом надо, походу. Вот как раз-таки ради этого я его и припас. Хотя, у нас здоровье вроде не тратится. Да, это из-за этого. У нас сейчас из-за радиации в глазах мутнеет. А где я ее схватил, пацаны? А где я такую радиацию схавал? Чё-то я вообще не понял. Ну, ХП не тратится вроде, но... Просто смотри, у нас есть, конечно, антирад. Но не факт, что он полностью выведет. Так, где он вообще? Вот же он, да? Не факт, что он полностью выведет нашу радиацию, хотя должен. Но все же. Мы потратили на него 2000. Но, по-моему, 1000 с чем-то потратим у доктора. Если захотим у него радиацию вывести. То есть, ну, выгоднее, понимаешь? Я к этому веду. Поэтому вот, блин, я... У меня сейчас мысли одни о том, вот что мне сейчас, как поступить. Ну, типа, надо вернуться, наверное, сюда. Взять калаш, пойти захерачить всех здесь. Но сразу просто с калашом дела лучше пойдут. Просто сейчас мы так вот будем шляться по болотам, по кордонам вот этим вот, бесполезно. Пойти, наконец-таки, вычинить всех калашников, купить ему патроны. Ну, типа, броня, ладно, там уже, я думаю, даже можно починить. Там так дорого стоит починка куртки, хер уж с ней. И уже потихоньку продвигаться. Кстати, вон собака валяется, что-то. Причем, нифига себе, она полная даже. А так сейчас копить будем 100 тысяч, не знаю, серии 3 точно. Но с другой стороны, если даже будем копить, то это хорошо скажется в будущем, я не спорю. И у нас будет офигенный костюм, но при этом не будет калаша, не будет ничего. Сложный выбор-то, очень сложный. Так, мы что-то уже отдыхать надо, да, по-хорошему? Веревку можешь выкинем, это нахер нужна нам веревка. Еще и зардятся ты вонючий. Все вообще нехорошо. Ладно, будем думать, что делать. Ну как думать? Сейчас посмотрим, что по квестам будет у болотников. Если опять херня муторная, то нет. Ну типа нет, я не хочу этой херней маяться. Значит, не факт, что они будут деньги хорошие давать. А стрел у нас на болотах, ой, на дикой территории, допустим, 1 000 000 квестов, да? То есть мы туда не можем пойти, потому что тут... Ну, заперто. А, нам на интернет еще идти посылку отдавать. То есть на все территории. А за это награды неплохие дают. Тут нам много денег не дадут, по-любому. Это южные локации. Здесь так не принято, так скажем. Ох ты, синяя даже. А что, синяя-то неплохо. Так, потом... Короче, все забираю, кроме пистолетика. Меняю на синенькую палку. Синяя палка, она прям... Она... О, какая она красивая, да, посмотри. Она прикольная, кстати. Итак, погоди, медицинская помощь нужна? Выведи радиацию, пожалуйста, 1400, все. Антирад мы потратили на него 2 с чем-то, по-моему. И не факт, что он всю радиацию выведет. Так что считаю, что это правильное решение. Так, работа. Аптечка первой помощи. 4 штуки. Кстати, у меня... Да что ты... Попит, что происходит. Допустим, я вот так сделаю. 6000 трачу, но при этом беру этот квест тебе. Здание выполнил, что дашь? 9. Ну, маленько, да, маленько в плюс мы ушли с этого. У нас даже... А, ну я зря это сделал. У меня, в принципе, были эти аптечки. Ладно, да, 3000 плюс. Рука контролера нормальная. Полная пустышка, набор для создания медикаментов найду. Еще работа, давай. Причем ВТФ квест есть, а есть и ВТФ квест. Такой вот. Странно. Так, ладно. Снотворное. Кстати, ты неплохо берешь. Все это делает. Ты молодец. Но у тебя, брат, пока ничего не хочу я. Давай до связи. Маленько тебя заскамбили, но прям совсем чуть-чуть. Прям совсем чуть-чуть. Так, чел, здорово. Работа. Мясо плоти нет. Дневной хищник. Это ВТФ квест. Опять же таки, не очень хочу выполнять его. И, в принципе, у них нет квестов вообще. Никаких нормальных квестов у них нету. Это читалось. Скажу честно, это читалось. У меня еды много, надо пойти, мне кажется, вложить всю еду. Хотя, какая тут самая несытная? Допустим, 300 консервов, 228 вообще фигня. Вот это давайте. Это нормально. Колбаса нормально, 500 нормально. У нас все, 1000, 2000 плюс. Хорошо, подойдет. Давай сейчас тебе к механику. Заскачем, продадим ему всякую билиберду. 73 тысячи есть, ну слушай, потихоньку фармимся все-таки. Потихоньку у нас процесс фарма идет. Необычный мутант на холме квест вылетел. Ай, научите меня сохраняться. Короче, я там маленько вообще, ну как маленько, я там переиграл очень много. И теперь у него нет совсем этих квестов, короче, которые я у него брал до этого. Он теперь просит антидот количество 6 штук. Ты издеваешься? Ты издеваешься? Что такое вообще антидот? Подожди, это оно? Нет, радиопротек... Нет, я знаю, что такое антидот. Вот это оно, да, антидот 6 штук. Тут, конечно, так, наверное, 8-4. 400 это стоит. Ну, допустим, смотри. Работа, антидот 6 штук. Сколько ты дашь? Ну, плюс ушли. Опять заскамили мамонта на 1000. Ладно, неважно. Но это чисто квест ради квеста, так скажем. Блин, вот болото мне уже не нравится. Этот вылет, он вообще все испортил. Чё это такое вообще? Браслет, найду тебе этот браслет. Радиацию я вывел? Подожди, нет, радиацию-то я не вывел, нифига. Помощь надо медицинскую, выведи радиацию позже. Есть, конечно, вариант сходить сейчас к болотному доктору, начать... А, нет, я не начну сюжетку, потому что я не говорил что-то по этому поводу с Воронины. Так, у тебя что, может, у тебя по квестам все хорошо стало? Да ты издеваешься, подожди, нет. Мясо кабана нет. Не, нифига у него не изменилось, у него все так же что-то. Непонятно, что к чему, короче. Так, хлеб у нас, кстати, да, хлеб лучше весь продадим. Калатку нет. Вот это вот, рыбные консервы давайте. 1000 рублей, хорошо. Косарик плюс, у нас водички мало, мне кажется. Давай-ка чуть-чуть я у тебя водицы приобрету еще. Буквально вот одну флягу.
Я боюсь стик-механику, из-за него вылетело, блин. Я сейчас, ну, я не думаю, что много потерял. У меня было 71 тысяча, 69 тысяч. Типа 2000 плюсом, туда-сюда. А, это какой-то, это что это такое? Новиков, ты черт, что ли, так, торговля. Я хотя бы поторговать с тобой могу, могу, все, давай. Это единственное, что я с тобой сейчас сделаю. 200 рублей свои заслуженные получу, у меня почти 70 тысяч уже. Это мало, капец, как, надо больше денег. Ну нет, сейчас я за калашом тогда пойду сразу в бар. И все, и будет все хорошо. Так, если ты не будешь влетать, спецзадание это хорошо, но подожди, попозже. Ну это я возьму у тебя, нет, опытный проводник, ну у него дефолтнейшие квесты в этом плане. Так, это значит, отдаем тебе, и да, можно еду, хотя нет, не надо тебе еду. У него комбес такой вот есть, кстати, 44 тысячи стоит, бронежилет член 1А. Слушай, он неплохо, если честно, он неплохо, ну хотя плюс 6, плюс 5% по сравнению с этим вот жилетиком. Что-то как-то мне вообще это не очень нравится. Ладно, пофигу. Если что, конечно, я обращусь к себе в этом плане, но не хочу. Чем-то, кстати, похож на аватарку Бесницкого вот это вот. Личика, кто шарит, тот шарит, короче. Ладно, теперь я отправляюсь, получается, за своим калашом обратно и буду его вычинивать, ура, наконец. Как же тихо в баре, на удивление. Никто не кричит, всем, в принципе, друг на друга похер. А, надо сейчас еще продать всякую фигню, но это ладно. Нет, давай я попозже чем займусь. Бой, может кому-то, кстати, по квесту пригодится, я вот зря. Сейчас вот так вот делаю. Так, нашивки в военных надо... Но не надо, ладно, погоди. Я же могу сейчас квест выполнить, у меня же вон сколько нашивок. Могу ведь? Так, а что за квест, где это Слон против Моськи? Ну так Сидоровичу надо идти, да? А здесь что, нет? Только Слон против Моськи? Да, купим еще нашивки, потому что к Сидоровичу я ради такого счастья идти не хочу, если честно. У него... В этом плане какой-то КПК чей-то, не знаю чей. Так, еду давайте оставляем чуть-чуть. Давай сейчас даже захаваю что-нибудь, допустим, этого поешь. А надо калашника взять. А, да, сейчас ты будешь долго кушать, естественно, там, до талого жрать. Ну ладно, ешь, в принципе, я не против. А, водичку попозже хлебану. Чего еще? Я у тебя... А может СВД тогда взять? Подожди, сколько стоит починить СВД и калаш, допустим? Хочу чекнуть. АК-105 специалист и... Вот специалист, наверное, лучше взять, да, будет? Он какой-то получше, подожди. Подожди, я хочу сравнить. А какой вообще, какой смысл? Что то херня? Шо это фигня, да? Не, не одинаковые же, не? Просто этого прицел, видимо, есть. А, у этого, кстати, емкость магазина не очень хорошая. Просто держу в курс, так, погоди. О-ху-ху. Хера себе. А как, подожди. А как менять этот? Тут, наверное, прицела никого нет. Так, ты пить хочешь? Нет никого прицела, поэтому не на что менять. Просто смотри, сейчас я, короче, поставлю оптику, по идее. Можно будет как-то поменять прицел. А как? Ну, подожди. Допустим, вот так. Ты тут херню давай сейчас сразу вкладываю. Но сюда тоже есть смысл от него. Так, погоди, что я делаю? Надо взять оптику. Оптика же имеется? Имеется. Сюда. Допустим, сейчас пока без разницы, какую оптику. Главное, что есть. Ну, вот, допустим, вот такая. Это, конечно, очень странно, как это работает. На какую кнопку прицел менять? Я не понимаю. Надо это удар. Просто тогда смысл. Чё ты? А, это я прицел снял. Понял, ладно. В принципе, так тоже нормально. Я пока... Мне прицел такой, в принципе, не очень нравится. Я помню, тут был получше. Я, наверное, продам сейчас прицел. Пошли посмотрим, за сколько стоит починить тогда СВД. Сразу же. И наш калашников. На калаш 160 стоит, я, по-моему, чекал. А СВД, мне кажется, я заманаюсь вычинивать. Но проверить надо. Однозначно, так, работа... Я не хочу эти квесты брать, уже они какие-то, фу, они сратые, они не очень. В плане того, что, блин, вылетает игра. Так, ремонт улучшения, допустим, починить 6 тысяч стоит, понял. Это сколько стоит? 78 тысяч, держи в курсе. 52. Вот 52. Вот, подожди, сколько там? 72%. А если я что-нибудь куплю у тебя, вот, допустим, вот такое, и, может быть, использую при состоянии же... В смысле? Я могу вычинить как-то, подожди. Почему я могу вычинить? Почему... Вы поняли, в чем прикол, нет? Не может быть использовано при состоянии ниже 10%. Типа, стоп. Ой, точнее, 10-0%. Стоп, это же абуз какой-то лютый получается. Погоди. То есть, в теории, сейчас я могу сходить и починить свой этот комбез крутой, что ли? Чешо. Или это фигня все? Или я не так что-то понимаю? Так, во-первых, это вот сюда. Это нафиг сюда. Так, магазин у него есть какой-то тут один. 22. Я предполагаю, что это за магазин, понятно. Это херня. Ну, в принципе, ладно, без разницы пока, что выстреливать. Главное, есть что выстреливать. Так, маленький магазин и средний один из двух. А это средний магазин считается? Ну, по идее, средний. Ну да. Ну, сейчас я его заряжу, подожди, будет какая-то 0 из... Это, 0, короче, будет, да. Но я не понял, что за мем. Короче, на следующей серии будет потом проверить, что такое, что это такое.
Чё за бред? По идее, я могу сейчас вообще вычинить комбе с помощью этого набора. Правильно я думаю или нет? Ну, не только с помощью этого набора. Короче, интересно, что это такое. Надо сейчас... Не сейчас, точнее, следующая серия будет в этом разобраться. Так, патроны давай чуть-чуть хотя бы. О, сколько они стоят. Это жесть какая-то. У меня еще такой магазин есть, что ли? Фига. А там-то что? Какой там калибр-то? Ну, я не знаю. Вот так, давай сделаем. Полагаю, что там такие же, да, патроны херовые. Но я думаю, что пока мне этого хватит. И учитывая, что я сейчас еще вот эти заряжу. Или нет? Ну, нет, может и не хватить, кстати. Может и не хватить, между прочим. Ну, давай в разгрузку добавляем. Ну, хз, хз. Давай я, наверное, еще сейчас приобрету хотя бы 1000 на 5, на 6, на 7, ладно. Чтобы были эти патроны на всякий случай, и все, можем жить. Ну, слушай, как-то более-менее уже жизнь наша выправляется. Конечно, опять же таки, может, какое-то принято решение в плане того, что зря пил этот калашников себе сейчас. Мне пока он нравится, он прикольно смотрится. С прицелом таком вообще какой-то прям вообще лютое оружие. Это волк, что ли? Ладно, на этом серию закончим. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Еще увидимся и не болейте. Мы отправляемся на дно. Это мой автопилот. Ледяное солнце, что весной. Забери меня, забери меня. Отправляемся на дно. Это мой автопилот. Ледяное солнце, что весной. Забери меня с собой.